Пограничная безопасность – важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси, по известным причинам. К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше. Растут потоки незаконной миграции, объемы контрабанды, наркотиков, иных средств преступной деятельности. Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается. Как в сфере экономики, так и в сфере военной. Я, говоря об экономике, имею в виду, опять же, последнее заявление и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что мы оттуда будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ. Еще раз хочу подчеркнуть. Межправительственное соглашение Беларусь и Россия предусматривает поставку в Беларусь 24 миллионов тонн нефти. Вот и все. В прошлом году было принято решение об увеличении штатной численности пограничного ведомства для укрепления действующих подразделений границ. Создание новых застав, а также боеспособных маневренных групп, которые, как я понимаю, были ликвидированы после распада Советского Союза. Они должны грамотно и эффективно применяться в охране пограничных рубежей для оперативного решения задач в различных условиях обстановки, оснащения современными образцами вооружения и техники. Председателя комитета прошу доложить, какие основные проблемные вопросы пограничные ведомства, наверное, решат в текущем году и как ведется работа по созданию нормальных условий, в том числе и бытовых для наших пограничников. Что необходимо еще сделать сегодня и завтра для более эффективного функционирования пограничных войск?